Доброе утро! Я иду в фитнес-клуб. Сейчас покажу, куда. У меня уже прикатил сюда свой дровокол. Но что-то там еще нужно подделать. Вот. Вот он, абонемент в фитнес-клуб. Полоть картошку. А, да, давай, я сейчас это и начну, а потом посмотрим. Вы же ее и поливаете, да? Ага, и лук поливается, да. Мы пропололи, окучили. Сейчас папа между рядов пропашет. Я несу тяпки. Да? У меня тут обед. Здесь обрезала. У меня было, в общем, от вчерашней курочки такие две задние ножки. Я с них подрезала мяско. И обжарила его с болгарским перцем, луком и морковкой. Посолила, поперчила. Сейчас здесь отвариваю макарошки, бантики. И потом все это просто соединю. И будет вот такой вот обед. А здесь сами обрезанные ножки теперь варятся на бульон. У меня закончились таблетки для посудомойки. Поэтому вот эта гора посуды, перемытая моими руками. Сейчас забыла уже, как это... Все, Григорий в школу порыбачил. Хотя мама так его все... поругала. После этого что-то не очень хочется даже идти. Ну а что, я тебя зову-зову, вон там арман. Пока. Огурцы купила. 100. А, вот эти по 75 рублей. Ничего, нормально? А были еще по 110 другие, такие длинные-длинные на метр. Со вкусом огурцов, да? Да, да. Так, а помидоры вот эти вот по 110, по-моему. Я точно не помню. Ну, творог купила себе. Помидоры и... цена 50. Да, ты по вкусу это да. Определяешь. Так, и лавашек. Лавашек вот 10 штучек, 70 рублей. Ну, вот такой домашний 9. Армянский. Уже 9? Я тоже, наверное, перекушу. У меня тут рыбка, я ее посолила, сделала надрезики. Эту рыбу Сержуня сегодня утром поймал на речке, проснулся рано-рано, представляете, как в детстве, и побежал на речку, говорит, что это офигенно встречать рассвет, когда такая тишина, птички поют, в общем, он был в восторге. Вот я сейчас ее пожарю, как раз на ужин, что-то на обед не пожарила, потому что не было подсолнечного масла, ну там совсем мало. Вот, и хотела сказать, почему я отпускаю Гришку на речку рыбалить самого. Вот, потому что я сначала его не отпускала. Честно, мне тоже это все страшно, речка, но... И, то есть, соответственно, дети сидят, ну, есть время, когда они сидят в телефоне и в компьютере. У нас был случай в прошлом году, я его стала отпускать, когда мальчик... попал в эту, то есть это было у нас в станице, это реальный человек, да, который потом взял и повесился. Он сидел в планшете и ВКонтакте, по-моему. И, то есть, вот попал в эту, не знаю, что это, как это сказать вообще, к этим китам, ему там стали писать какие-то сообщения, но это как потом выяснилось. Но сам факт того, что ребенка нет... Я поняла, что память на телефоне закончилась. В общем, что я хотела сказать, что из речки у Гришки есть шанс выбраться. Потому что он умеет плавать, там не глубоко возле мостика. Вот где мостик, там не глубоко. Поэтому, а из рук вот этих вот людей, даже не могу их назвать людьми, которые вот так вот поступают с детьми, и тут... может даже шансов и не быть. То есть человек никуда не ходил, ни на речку, знаете, поэтому поняла, что просто буду доверять своему ребенку, что я знаю, как он себя ведет,
Я, по крайней мере, надеюсь, что он будет адекватен, что он умеет плавать, что он выплывет, вот. То есть он не на середине реки, да, на лодке, да, то есть он возле мостика. Вот. А вот этот, только после вот этого случая я стала его отпускать и понимать, что лучше пусть там он проводит время, чем он будет сидеть в планшете, там, в телефоне, в компьютере и... То есть как-то так. В общем, вот такая вот история печальная. Все, рыбка жарится, я ее поднадрезала, в муке обваляла. В общем, вот такая вот красота. Не знаю, правда, кто ее будет есть. У нас не особо любят рыбу. Ну, думаю, что свежую все съедят. Вот одну сковородку как раз на всех. К нам сегодня придут гости. Ну, я надеюсь, что придут. Вот посмотрят сторис, и тогда уже точно придут. У меня будет десерт Павлова. И еще вот такие вот просто безешечки. Здесь 4 белка, 100 грамм сахара, 100 грамм сахарной пудры, немного лимонного сока и щепотка соли. И все вот это вот взбили-взбили, прям до состояния. И все с мешком кондитерским, с насадкой отсадила, и красота. Вот. А из этого всего сейчас сварю заварной крем. 4 желтка здесь осталось. Так, у нас сегодня пятница. Пятница. Что у тебя за команда? ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты. Да. А что это такое? Да, я посмотрю. Это что, врастишь? Магнитик. Это не магнитик. Государство наближается. Может, она такая же зеленая будет. Так, и что тут написано? Папаня, пусть он поедет утром. Что за радость у сына? Сегодня пятница, сынок? Да, опять. Опять пятница? Да. Тебе что, уже надоела пятница? Да. Да? А Фонька выбрал мыльные пузыри. Да, опять. Опять? А, и спрайт. Вот что он говорит. И спрайт, да. А у меня тут хоккей. Чемпионат мира по хоккею. Россия 3-0 ведет. С Францией играет первая игра. Первый период уже закончился. Сейчас начинается второй. Вот они, эти Павлова. Приготовились. Поджарились 100 градусов час, даже больше часа, потому что они у меня с такими толстенькими донышками. Вот такие вот звездочки уже давно готовы, я их пораньше вытянула. Здесь заварной крем и клубника, обожаю клубнику. Вот уже похоже на местную, а не на привозную, потому что по цвету, вот видите, она не такая малиновая-малиновая, а все-таки красная. Ну, на камере не так передается. Ну, в общем, похоже, что она местная. И будем скоро собирать. Сейчас крем хорошенечко остынет. У меня сегодня пряники. Это пряники Маша и Миша. Когда ты будешь все вам понимать, да? Пузыри. Пошли на улицу, я сейчас все тебе открою. А тут все жарит нам. А ты колбаски покупал? Угу. Привет! Мама, открыть сейчас. Да. Что это за чудак? А Фоня маленькая ляля с погремушечками, да, сына? А Коля? Ты Коля? Показывай, что мне подарили. Вот такие цветы вообще обалденные, настолько необычные. Я даже не знаю, как они называются. Мне кажется, на дельфиниум очень похожи. Но... Нет, это не тобой. Настолько крутые и смотрятся прям супер. И вот такая вот коробочка. Я, если честно, ее уже видела в WhatsApp. Сделала ее Наташа. И она вот так вот выдвигается. Представляете, как круто. Здесь вот такая бусинка. Я думала, если честно, что эта шкатулочка, она открывается. Но нет, это как такой сундучок. А еще Павлова, она прям удалась, очень вкусные пирожные с заварным кремом. Можно было со взбитыми сливками, с любым, но из-за того, что остаются обычно желтки на заварном креме,
Просто вкуснота с клубникой.